Между тем, сотрудники ГИБДД призывают всех, кто ездит на велосипеде, соблюдать правила дорожного движения. Пренебрежение ими смертельно опасно. Так, сегодня на Московском проспекте около театра оперы и балета насмерть сбили велосипедиста. По предварительным данным, велосипедист двигался со стороны северо-западного района в сторону залива по краю встречной полосы и резко вырулил на середину проезжей части, где его сбил Volkswagen Polo, сообщает портал на связи. По словам очевидцев, автомобиль не превышал разрешенную на данном участке скорость. Обстоятельства выясняются.